Филипп Киркоров между Давидом Манукяном и Ольгой Бузовой выбрал Манукяна. Видимо, тандем с Ольгой Филипп счел менее привлекательным. Остались в прошлом объяснения в любви и величание Бузовой принцессы. Когда случились проблемы у Ольги, связанные с высказыванием Дмитрия Губерниева во время эфира Матч ТВ, большинство звезд отечественной эстрады не смогли их проигнорировать. Кто-то топил Бузову вместе с Губерниевым, другие поддержали Ольгу. Киркоров остался равнодушным к событиям. Ни в сторис Инстаграма, ни в отдельной публикации он не поддержал Ольгу. Можно понять, что дружба закончилась. Бузова, кстати, точно так же проигнорировала скандал Киркорова с Нателлой Крапивиной. Ранее на день рождения Киркорова Бузова дарила ему браслет дружбы. Интернет-пользователи считают, что он не сработал, как и попытки показать общественности, что у Ольги роман с Филиппом. Фолловеры Киркорова считают, что они больше бы поверили в роман Филиппа и Давида,